процентов зданий сегодня готово? Ну, сейчас, понимаете, трудно говорить, что на сколько процентов. Если взять, то это процентов, наверное, 15 от того, что нам еще предстоит выполнить. Потому что в основном, я говорю, задача основная наша подготовить к зиме – это тепло и закрыть контур. Это основная задача. Ну и очень много еще будет коммуникаций. Сейчас ведутся работы уже по устройству вентиляции, вентиляционное кондиционирование. То есть работы выполняются, но еще очень много и отделочных работ, которые предстоит сделать. Но главное, это уже сделали, это устойчивость, да, обеспечили? Да, в 2014-2015 году было закачано очень много, большое количество, порядка 2000-3000 кубометров цементного состава. Это усиление грунтов. Поэтому надеемся, что все это внизу там устоялось, и дальнейших деформаций не будет происходить.